Я помню слова Лукашенко в 2014 году, когда у него спросили, как он относится к происходящему в Киеве, к поступку Януковича, который бросил свою страну, людей и уехал отсюда. Мне они врезались в память. Он сказал: если ты президент и тебя избрал народ, и происходит что-то, когда страну переворачивают вверх тормашками, и ты понимаешь, что это очевидно неконституционно, ты обязан быть президентом до конца. Надо, бери винтовку, иди защищай ту власть, которую дал тебе народ. Погибнешь, такая твоя судьба. Прошло 6 лет. Сейчас слово предоставим Лукашенко. Поменялась ли его позиция или нет? Мы бы воевали за каждый метр нашей земли и погибали на этой земле, потому что это наше. И сюда придут с мечом, от меча и погибнут. В этом главнейшая обязанность президента Беларуси. Но главнейшая обязанность президента – это безопасность общества и государства. Думаю, что он не должен себе изменить в этом смысле слова. Думаю, что он не должен изменить тем 80%, которые за него проголосовали и которые хотят, чтобы этот человек руководил их государством.